В этом году у Ивана Малышева, жителя небольшого оренбургского села, диагностировали рак. Неприятную новость мужчина узнал, когда проходил компьютерную диагностику. Врачи назначили ему лучевую терапию. Оставалось выбрать лечебное учреждение. Врач и товарищи, которые уже проходили лечение в самарском онкодиспансере, порекомендовали ему ехать в Самарскую область. По рекомендации товарищи с нашего... он моложе меня, правда, с нашего... От нас недалеко, деревня, 8 километров. Вот он все спросил я, порассказал он. В онкодиспансере Ивану Малышеву сейчас оказывают всю необходимую помощь. Лечится мужчина бесплатно, по системе обязательного медицинского страхования. Сотрудники лечебного учреждения говорят, поток пациентов из других регионов растет. Сказывается и удобное географическое положение диспансера, и то, что здесь лечат при помощи современного оборудования и инновационных препаратов, что существенно повышает шансы на выздоровление. У нас достаточно хороший парк оборудования, новые ускорители линейные установлены. В 2013-2014 году у нас квалифицированный персонал, обученный работе с этим оборудованием. Сейчас в рамках национального проекта здравоохранения Российской Федерации планируется смена данных аппаратов в 2020 году, что позволит нам улучшить качество лечения. Назначенный курс Иван Малышев будет проходить еще чуть более 2 недель. Затем, по состоянию его здоровья, комиссия врачей выберет дальнейшую стратегию лечения. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.